можно попробовать убить снайпера. Ватсон начинает работать по снайперу. Нет, переключается на ДП. Снайпер снова на хайграунде. Стреляет КГ по Фишману. Фишмана убьют. Легкий бы есть. Дрон упал, что ли? Ай, да ладно. You're reliably going to be able to use that spell, so I think it's fine. I just wonder whether they'll... I think I prefer Dawn Core more than I do support. At least from... I think they play it as a 5, though, for LWW most of the time. I see. Taking Spear Force very fast. It's 20 seconds, so I really don't want to come in. Nice fly. He'll have thingy on his head. Oh, nice. Yes, fly. Love it. Beautiful play. Love it. I'm almost up. Nice fly. Huge. Get the team, get the team, get the team, get the team. Don't let him bleed. He didn't even that shit, man. Oh my god, play. My god, dude. Ребята, у меня мало времени, скоро меня хукнет патч, и я отправлюсь в таверну. Я быстренько расскажу вам про тестиков. Значит так, у них сейчас ивент в честь ДР, завезли сундук с мультикастом. Еще можешь левел залутать и получить за 50 уровень винтовку мощного образца 1891 года. В общем, вводи промик и получай бонусы. А также халявную коробку с топовыми шмотками. Атака, активирует ДД, прыгает на Найтфола. Найтфола пытается убить Дарора. Получится ли у него? Да. Он Рор куда нажал? Он нажал Рор в зомби? If it's enough, Scam gets off the sprout, teleport away, but no. Burned out by the Midnight Pulse. The gonna be able to get the kill on the Spirit Breaker. Yeah. Oh no! Saberlight denied him! Watch out the Bedboom player nicknames. Okay, we need to check them out. She has to overcome a picture of anime guy. The King of the Dead. Damn. Okay. No empathy. Oof. God damn. Dave, sadness and sorrow. Deep. That's the Naruto song, dude. And I don't even know. Just off the deep end. Найти удобную позицию для. Оп, нашел. Ой, какой красавчик. Ну там БКБ топ аут. Не-не, тут мира. Ага, он просто успевает. Молодец, коллапс, да, красиво сыграл. Ебать, солярка сейчас будет. Залагало, пиздец. Я вот вам, кто бы что ни говорил, у них какой-то конфликт. Я вам отвечаю. Не какой-то конфликт, я вам даже четко могу сказать. У них люди по-разному видят игру. То есть один говорит одно, другой говорит другое. Мне кажется, конфликт у Pure Storm. Ну ладно, это пальцем в небо, но вот так вот по ощущениям. Они вообще не команда, я не знаю. Вот он это первое, что... Не командно играют. Играют как соло-плееры. Вот. У Артизи видел высказывание, что сказал типа у Bad Boom. Всем людям не то, что нужно много фарма, всем людям нужно много внимания, типа... Эго высокое у игроков, поэтому никто не готов его засунуть себе в жопу. Так. Stolen. They move in with Katomi. They pull him back in, but oh, the chain away. Oh, he got out of there. Я вот вырос в тот момент, когда ты был молодым ялтинским парнем, который выиграл лям баксов. Для меня вообще это было невероятно. Очень круто, что ты сейчас остался таким же, каким, молодым ялтинским парнем. Я очень сильно изменился, поверь мне, очень сильно, очень сильно. Если тогда можно было назвать меня дурачком, то сейчас я, ну, именно полноценный такой, ну, вот именно ебланище, то есть тотальное, прям, знаешь. Практически всегда в топ-5 ладдера сидят СНГ-челы. СНГ-игроки всю жизнь были самыми скилловыми.
парни, что я наделал? Falling low. And he's in for the jump. XWY, he's able to do it again! This time he gets the kill as well. Слышь, ты чё Энесса игнорируешь? Он тебе отписал в личку, а ты так неуважительно к старому относишься. У меня нет сообщения от него. Там головач охуел в края. Тебя в не ставит, сказал. Набей ему ебло. Или скажи пацанам из чата. Мы подъедем, откашляем вопросик. Да нормально, чё он. Пивная сиська может себе позволить.